скайповой Blue Beauty, наконец-то решил спариться с самкой. Я уже думала, этого никогда не случится. Они сидели вместе недели полторы, и, в принципе, особого я не заметила никакого интереса ни с его стороны к самке. Но в итоге они все-таки решили взяться за дело. Так скрытненько, ночью. Хотя же сидят они уже вместе недели полторы точно, да. Не 10. И только сейчас они решили вот. Напомню, что страйповый малыш этот родился у нас от нашей пары Blue Beauty в 17 году, в августе. То есть сейчас ему 3,5 года, даже чуть больше. Вот таким вот он был маленьким, очень красивый, и сразу это было очень удивительно, потому что таких именно блюшек страйповых, живущих и здравствующих, я не встречала никогда, и у кого спрашивала, никто тоже их не видел никогда. То есть он прям, можно сказать, что он такой один-единственный, поэтому, конечно, это очень интересно все, как это будет по наследованию. Очень хотелось их развести. Ну вот, в принципе, наконец-то это и случилось. Теперь остается только ждать, родятся ли снова такие красивые малыши. Вот наши красавцы. Девушка в линьке, только уходит в линьку, начинал. А он пролинял буквально дня два назад, самец. Вот, он до этого сидел с ней чуть больше недели, потом ушел в линьку, пролинял, ничего не было интересного, и вот наконец-то, хотя в прошлом году я их тоже саживала, девочка очень красивая, такая голубая с синим, сейчас плохо видно, потому что они спаривают ночью, темно, света нет у них, освещение не работает сейчас. Самое интересное, конечно, будут ли дети у них наследовать признак, получится ли у нас страйповый Blue Beauty. Хотя это, конечно, маловероятно, но надежда есть. Было бы здорово. Очень даже здорово было бы, если бы такое что-нибудь интересненькое получилось. Ну, посмотрим. Не будем загадывать. Потому что чуть раньше я думала, что вообще он, скорее всего, не захочет спариваться. Никогда. Потому что и в прошлом году я их сажала, ничего не было. А тут они подольше остались вместе сидеть. Думаю, ну, пусть сидят. Вот, и так интересно, что самец пролинял, самка, наоборот, ушла в линьку. И вот сейчас ночью он что-то заинтересовался и начал вот делать. Так что такие вот интересные штучки у нас происходят иногда.